Депутаты продолжают работу по формированию нормативно-правовой базы местного самоуправления. На заседании были приняты решения, регламентирующие отдельные аспекты деятельности муниципальных служащих. Было утверждено положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также на заседании были внесены изменения в генеральный план городского округа Щелково в отношении деревни Вторая Алексеевка. В ее границы включен земельный участок размером 29 гектаров для использования его как зоны отдыха. Помимо этого, на заседании было утверждено положение об участии округа Щелково в организациях межмуниципального сотрудничества, дающим представителям местной власти право инициировать взаимодействие с Советом муниципальных образований Московской области, Единым общероссийским объединением муниципальных образований, Координационно-консультативным советом и другими общественными организациями. Важным решением Совета депутатов стало утверждение состава молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Щелково. По итогам проведенного конкурсного отбора в его состав вошли 15 наиболее активных и заинтересованных в развитии муниципалитета молодых людей. Председатель Совета депутатов Мария Тарасова открыла первое заседание молодежного парламента. На нем был утвержден регламент организации, избраны председатель и заместители, а также председатели комиссий. Возглавила молодежный парламент округа Мария Киселева. Решением Совета депутатов она была делегирована в состав молодежного парламента Московской области. Депутаты также продолжили работу по принятию в муниципальную собственность регионального имущества. В преддверии зимнего периода на баланс муниципалитета поступило дополнительно 15 единиц спецтехники. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.